Всем здорово, с вами Жека. Я сейчас нахожусь дома. Ну, я сейчас пойду, наверное, контент выбирать, гулять для видео. Встретимся через секунду. Ну, вот я уже одел куртку, видите. Пиво поставлю, чтобы не так, как в прошлый раз получилось. Это, наверное, немного вырежу. Все. Вот, Леша мне подогнал вчера нормальные такие перчаточки. Ну, полуперчаточки, без пальцев. Конечно, хоть что-то, немного согревает, но они какие-то... Немного, по-моему, уебанского цвета. Ну ладно, сейчас я быстренько так одену. Его есть. Так, ну, телефон реально уронил. Там немного трещина в экране появилась. Так, ну вот вторая есть. Так, чуть-чуть вот так. Ставить. Все. Теперь обуваюсь. И, наконец-то, скоро приступлю к видео. Именно к основной части, к интересной. Пока у меня нет камеры, я, наверное, буду снимать на телефон. И плюс монопод потом еще надо будет купить, или как его там, типа селфи-палка. Но это будет скоро, надеюсь. Ну, на НГ, думаю, будет. Ладно. Я пошел. Встретимся на улице. Блин, мне кажется, дождь будет. Тучки что-то ходят. Ладно. Я пошел. Вот, я уже почти пришел за своим кентом. Осталось примерно метров 20, может быть 30. Ну, сейчас я за ним захожу, и мы идем гулять. Ну, естественно, далеко идем. Поэтому, думаю, будет много моментов таких веселых, смешных. Ну, вот, прям напротив его подъезд. Сейчас я ему позвоню. Так, я пришел. Алло, Макс, выходи. А. Ну... Сначала взял его батя. Ладно, я тут присяду пока. Хотя нет, зайду. Как раз дверь открыли. Что-то ключ не работал. Блин, раздражение. Некрасиво что-то выглядит. Ладно, жду его. Вот он вышел. Здорово. Сидел дома. Да, идем. А может снимем? Плохо. Ну, мы снимаем. А ну, куда? Я снимаю. А куда идем? Ну, в АТБ. Не. Ой, что-то капли. Вот, смотри. Что-то капли. Ой, осталось. Давай так, я... Хлеб вчерашний в бухлянке. Съедаешь двух тарт порох, ты мне тарт порох. Потом. Дай немного пропяриться. Не, давай так. А, кстати, смотри, бомжатские перчи. Леха вчера подогнал по-братски. Давай так, ты мне разрезаешь руку, я высыпаю туда порох, поджигаю, и это дезинфицирует. Я так выживку посмотрел. Нихера себе. А, выжившим? Ну, знаешь, о, Ди Каприо. Ну да, Ди Каприо, я смотрел этот фильм. Я тоже. Ставь лайк, если тоже смотрел. Кстати, вот то видео я монтирую сейчас. Там, блин, знаешь, что так долго просто? Чё? А я, кстати, для своего канала, ну, я создал, я уже выкладываю. Какое? Там соляна, мы с Лёхой вчера вечером телефон уронил, прикинь. За барную стойку, капец. Вы вчера еще гуляли? Ну да, типа в Куленичи пошли, там он себе чай за 5 гривен заказал, и себе кофе за 15. Он себе там еще круассан и штрудель какой-то. А, так, слышь. Вкусненькое было, наверное. А, у тебя свой там? Ну да. И сколько там присутствует? Ну, пока один, я. Ну, короче, смотри, мы будем в каждом видео рекламировать друг друга. Ну, и типа, я буду выкладывать туда свои видео на свой канал. Но буду сниматься тоже в ваших, типа, взрывах в петард, там такое. Ну, и ты тоже сейчас в моем снимаешься. Иди нам. Не зря айфон купил, да, настало его время. Вальник? Да. Как тебя канал называется? Подожди, давай, что Евгений Жариков. Ну, это ж я, мое имя. Я не знаю, Жека или Евгений написать, наверное, Евгений. А мне сейчас пока такое говно. Песос. Нам нужен кэш. Здрасте. ВТБ, колу, халявную почти, за 5 гривен. Да, драт, где? Это садик или что это такое? Там, блин, пол... Нарколыги там торгуют. Когда был молод. Фабрика наркотиков. А, да, я знаю, тут как в «Мафии 3» голые негритянки, знаешь, чтобы они никуда не спрятали наркоту. Там еще фильм «Гангстеры» был.
нормально. Те люди смотрят. Это хорошо. Пиар. Я это шизанул, как Мартыненко. Вдохновились, да, Мартыненко. Дебил. У Жеки завтра челлендж, он на унитазе будет с горы ехать, да, Жек? Голый, обмазанный, короче, маслом. Зеленым, не, розовым, розовым, да, маслом. Да, и будет дофигища миллионов просмотров. Я буду, типа, я стромлю своего тела, делаю себе пирсинг где-нибудь. В очки. Да. Ну так, короче, мы уже почти пришли, где-то 500 метров осталось, 400 может. Ах ты ж, сука, папарацци, блин. Макс автограф дай. Да, кола, моя любимая. Сука, я колу, я за колу, за пиццу, за колу. За маму. Я целую пиццу вообще ем изи, почти не наедаюсь. Дуй спайс, надпись была. Завтра. Опять петарды? Блин, ну нам спонсор нужен. Тимур. Да, Тимур, но он, возможно, не будет. Так мы воду. А, да, давай, попробуем. Как ты, ботл, чё? Ботл флип челлендж. Ботл флип челлендж мы с ними. Как, ого. Смотри, реклама, реклама рыбы. Пиар. Ой, мы уже почти пришли, это сейчас будут протеинчики, анаболики. Которые я... Вейперы в 6-м уже, а настоящие уже в 9-м. Нормально, с 7-ми айфонами, да? Кай. Капец там чувак пыхает. Я бичара, у меня. Так, реклама, реклама. Я не знаю, что это. Парфюмы, наверное, парфюм какие-то. Скон. И... Оригинал. Тополёк. Констовары. Вот. Пиар халявный. Идём. Нет, там АТБ, не надо туда заходить. Констовары, идём. Нет. Да посмотрим карандаши. Клей нюхать халявно, да? Халявно. Пипи. А может мне лучше скоротку снять, пипи, как пипи, обычно пипи. Получится? А! Экран что-то забрызгал. Роликами там будет года 3 уже. Да, я тоже заметил. Мы тут на великах катаемся, да? Он не торгует ими, он просит им на зерно. Лена года 3 сидит. Увы. Зерно просит. Хочет немного сэкономить. Интересно, а если ему просто принести мешок зерна, он обрадуется? Вот именно, а лучше два. Да. Он, наверное, он так будет говорить, спасибо, в душе проклинать, но дайте бабулу. Да, по-любому. Нахер я на это подписался, уже тут 10 лет сижу. И стоп-хам нужен в нашем городе. Вот, что это такое? Значит... Вот парковка, блин. Стоп-хам. Хожу, точнее, в метро, и там цыганка сидит беременная. Ну, она беременная 3 года, в общем. Все хорошо, идеально. Да, я знаю, такая еще ходит по метро именно. АТБ. Так дешево, да, Макс? Всегда ходим сюда. Блин, губы немного бедра. Ролтон. Нормально? О, это у Йорка лапы. Лапы у меня. Сейчас, бунт, Макс, давай. Да, как обычно. И... Да. Ну для нас это в хит, понимаешь? Все. Тут нельзя. А что нам сделать? Это для собак, для меня. Макс, подожди, там уже убрали. Там уже убрали. Там нету больше кол. Идем покажу. Вот. Когда-то здесь была кола. Да. Я не знаю, куда они ее дели. Она там теперь, наверное. Так, я Макса потерял, мы разделили, чтобы найти колу. Изи. На. Это за 5 гривен. Да? Вот, ты ролтон взял? Не хочу. Я наел. К тому же не хочу все портить. Че, его здесь взял? Мечта Макса просто тонны ролтона. Он снимает видео, чтобы тонны ролтона покупать. Еще один, возьми, че ты? Похудеешь, не дай бог. Касса. Подошли к кассе. Не знаю, напишите в комментах, в АТБ можно снимать или нет.
Или вообще в общественных местах, по идее, можно. Это типа пиар. Ладно, куплю. Опять возобновлю. Пиле, колу, полмакс. Ваше здоровье. Сейчас выйдем перед уходом. Обожаю АТБ. Бунт. Действительно. Хочется ворваться в приличный хрущевский район. Оставшись в хате с коньяком и сильным витом, огромные глотки воздуха открытым ртом. Я не растворяюсь в городе, он растворяется во мне со льдом. Смотри, я могу быть нужным. Ну, где-то половину уже выпил, может чуть больше. Спасибо за просмотр. Всем пока. Комментируйте, подписывайтесь. Всем бай-бай.